Перед моей смертью выслушай меня, сынок. Теперь ты станешь королем. Но трон передается только по мужской линии, Аким. Судя по всему, у тебя есть сын. Ты должен его найти. Подготовить самолет. Мы возвращаемся в Америку. Да хрена лысого, ваше величество. Да ладно! Я король парикмахерской. Фига ты сказанул! Так, так. А ну повтори! Я очень рад вас видеть. Чтоб меня черти взяли, вы поглядите, кто здесь. Эй, это же Кунта Кинте и Эбола. Обвешались брюликами. Нельсон Мандела и Винни. Голодные дети с мухами на рожах. Эй, 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 стоп, стоп, это уже перебор, ты перегнул палку. Мы бы не стали шутить про голодных детей. Вали из моего кресла. Это не политкорректно. Ну что ты опять тут забыл, отель Руанда? Поездка в Америку 2.